Ну чё, вот она завелась, держит обороты, как бы вот пробег хрен знает какой у нее. Но есть одно, но не кипит, хотя старая машина, но не кипит. Салон, вот он, обшивка, у меня здесь руля в гараже лежит, она как бы сгрызена, эта обшивка тоже есть. По оборотам вон, то есть провалов никаких нет. Так. Мотор сейчас покажу. Капот, кстати, пластиковый стоит, он меняный. Глушитель подрыгивает, там прокладку надо менять, новую фигу поставили. Вот он. Мотор этот 42 16. Пошла здесь, естественно. Масло скажу, ну как, не доливаю, в принципе, его меняли 10 назад. Резина в отличном состоянии, вся вот такая. Ну фургон он, да, вот такой идет. Задняя он резина. То есть вот. А так полный ход, сел, поехал. Ну, ни разу не вставала, честно, ни разу. Езжу на ней везде.